Федеральный суд в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить американской корпорации Apple 539 миллионов долларов в связи с нарушением патентов на дизайн смартфонов и технологию изготовления айфонов. Разбирательство продолжалось с 2011 года. Тогда Apple обвинил Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность. В ноябре прошлого года на сторону Apple встал Верховный суд. Высшая судебная инстанция США вынесла ряд решений по этому делу. В частности, предоставила суду в Сан-Хосе право определять размер компенсации, которую должна выплатить Samsung.